Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне HTC Desire 20 Pro сбросить настройки сети. Заходим в настройки, опускаемся вниз до пункта «Система», далее нажимаем «Дополнительно» и выбираем «Reset Options» или же «Опции сброса», и нажимаем «Reset Wi-Fi, Mobile and Bluetooth», то есть «Сбросить настройки сети». Важно, то есть если вы каким-то чудом удалили Wi-Fi, он больше у вас не появляется, либо у вас проблемы с сетью, то сбрасывайте эти настройки. Но у вас удалятся и забудутся абсолютно все пароли от Wi-Fi. Так что лучше их где-нибудь запишите. Нажимаем Reset Settings. Вводим наш пароль. Еще раз нажимаем Reset Settings. Написано, что успешно заброшены настройки сети, что означает, что операция прошла успешно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!